Немедленно атаковать Европу ИГИЛ призвал активизироваться все свои спящие ячейки в Старом Свете. Вызвано это тем, что европейские спецслужбы начали широкомасштабные аресты радикальных исламистов, поэтому планы боевиков могут быть нарушены. Отмечу, что в этом году было около десятка атак на Европу. Самая громкая из них была в Ницце. В июле сторонник ИГИЛ на грузовике врезался в толпу гулявших на набережной людей, а затем открыл по ним огонь. Жертвами нападения тогда стали более 80 человек.